Новый год для американцев. Какое-то время, наверное, самое простое, незвычайное такое, да, обычное. Чаще всего и для них важен Christmas, Рождество. А Новый год — это часть обыденности. Новый календарный день, новый календарный год — это только надежда. Для, может, что-то изменится. И для тех, кто Новый год будет смотреть эту передачу или же этот сюжет, помните, что дни, они всегда бегут, как вода, как быстро проходит все. И помните, что в Новом году надежда всегда в Боге. Только в Боге исполняйте. Но сами тоже будьте всегда начеку. Верьте Богу, надейтесь на Него, читайте Писание, и все исполнится только в Нем. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.